В Ненецком автономном округе продолжаются так называемые нулевые чтения по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Напомним, главный финансовый документ региона должен быть принят в окончательном чтении до конца текущего года. На совместных заседаниях администрации региона и собрания депутатов Ненецкого автономного округа рассматриваются бюджетные заявки всех профильных департаментов и их подведомственных учреждений. Особое внимание традиционно уделяется сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной поддержки населения, а также вопросам развития сельских территорий. Это прежде всего строительство и ремонт жилых помещений, социально значимых объектов, школы, дома культуры. А, конечно же, мы обращаем внимание на сельские инициативы, так скажем, да, финансирование благоустройства территории сельских населенных пунктов. А также мы будем рассматривать вопрос по поводу финансирования деятельности добровольных пожарных дружин. Это тоже очень важный вопрос и, в принципе, деятельности пожарных формирований на территории сел. Нулевые чтения проходят. Я думаю, что мы будем готовы к принятию бюджета в первом, во втором окончательном чтении. Также депутаты считают, что оленеводческая отрасль в Ненецком автономном округе сегодня требует особой поддержки со стороны властей. Отрасль находится в довольно-таки тяжелом положении. В этом году у нас 7 оленеводческих хозяйств, это больше половины, закончили год с убытками. Необходимо увеличивать поддержку оленеводов, и средства на это должны быть заложены в окружном бюджете на следующие 3 года. Много вопросов возникает по обеспечению мясом, особенно у нас Кара, есть такой отдаленный населенный пункт, где недостаточно мяса и не обеспечивает наше СПК. Поэтому профильному департаменту попросили мы, чтобы были внесены изменения в порядке. И прежде чем получать субсидии, будет данная СПК, должны обеспечить, и это касается всех населенных пунктов, должны быть обеспечены у нас собственным мясом. Нулевые чтения продолжаются. До 15 октября Департамент финансов и экономики должен внести проект окружного бюджета на 2022 год и плановый период в собрании депутатов Ненецкого автономного округа на рассмотрение. Ольга Руслова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».